Никаких поколений не будет. Мы последние. Мы не допустим рождения людей, которые смертны. Ой, яс. Ти на мене, пане Бруне, на мене розбирало, ми тоді осуне. Тут дозене από μια σακούλα φάρμακα και πάτε να βρείτε την τύχη σας. Ήρθαν οι κρατικές υπηρεσίες εκεί από όλα αυτά και έκαναν έρευνες και ακριβώς δεν βρήκαν τίποτα και φύγανε. Возможен ли переход человечества на следующий уровень его, не знаю, существования? Я там умер. У меня приборы показали, что я умер. Αρχίσανε για ποιο σκοπό δεν ξέρουμε. Ένα πόλεμο με την Εκκλησία γενικά. Останемся ли мы на уровне существования человека разумного, этого Homo sapiens, или мы переходим на другой уровень коллективного существования? Те люди, где-то поставлены, вот и фельдки психи, а потом антропо тебе бьет за зоа. Я могу меняться таким образом, чтобы жизнь не могла кончиться.